Мы все задания выполнили, теперь он должен с нами поговорить. Так, ну сперва мы... У вас уже есть один. Так, а смысл, я их покупал. Ну, попробуем еще купить. Много-много. Так, слитки. Какая будет слитки? Пригодятся. Так, 8 до 10 догоним. 4. До 20. До 15. Мудрый Нидеви прислал мне почтовую птицу. Он просит меня принести анкорские ягоды, которые нужны ему в качестве подношения в храме. Но я жду прибытия нового груза и не могу уйти. Не мог бы ты отнести ягоды вместо меня? Отнеси 5 анкорских ягод мудрому Нидеви. Анкорская ягода. Так, а ты мне ее дашь? А, ну все, да, 5. То есть как бы есть. Так, надо с этой еще поговорить. Как там ее? Хьюти. Вроде Хьюти. А что это за дерево там? Я такое не знаю. Да, Хьюти. Это анкорская береза. Здесь таких мало. Да, такие не везде вырастут. Когда я ее нашла, я решила устроить убежище здесь. На ней растут съедобные плоды. Я попыталась посадить и новые деревья, но семена не прорастают в такой мерзлой земле. Почему бы вам не взять немного плодов и не посадить их в более теплом месте? На планете осталось не так уж много берез, и было бы обидно, если бы они совсем исчезли. Новое задание береза – посадить анкорский желудь на Тейленде. Хорошо, это мы сделаем. Так, баклажан. У нас всего лишь один, надо купить еще. Пару яиц. 5 корней. Этих 3. Мало ли где-то пригодится, кто-то у нас попросит. Сэндвичи. Надо, чтобы минимум всего хотя бы там по десятке было. Так, ну рубить мы здесь ничего не можем. Ладно, в принципе, нам плод дали. Так, а мы сейчас выполним алмаз, мы ему отдадим. Плюс еще от Уми выполним задание. Так, а у тебя что купить? Все то же самое. Так, ну 5 ключей. Пока, пускай будет 5. И я принес алмаз, мудрый Нидеви. Пусть лед услышит тебя, а его храм приветствует тебя в качестве гостя. Нидеви, мы принесли анкорские ягоды для твоей поездки. Спасибо, вы пришли как раз вовремя. Достаточно 3 ягод. Можете оставить себе остальные. Арка, посади их на Дейленде. Возможно, они приживутся и на твоей планете. Хорошая идея, Му. Нидеви, мы принесли анкорские ягоды для твоей поездки. Так, вы пришли как раз вовремя. Так что это просто заглючило и повторно написалось. Новое задание анкорский куст 2. Посадите 2 анкорские ягоды на Дейленде. Хорошо. Чтобы укрепить отношения со льдом, ты должен починить его. Сегодня ты будешь искать ледяных существ и победишь их. Мон поможет тебе в случае необходимости, она уже прошла эти испытания. Поехали, Арку. Победите 3 ледяных существ. Так, ну, в принципе, можно и воспользоваться заклинаниями огня. Так, ну они все ледяные, я так понимаю, здесь. По-моему, мне это не засчиталось. 0.3, да. Там изображены пауки. Значит, скорее всего, нужны какие-то пауки. Какая-то кто у нас? Какие-то кролики непонятные. Мясо добыли. Так, либо попробовать этих... Кто-то типа недоснеговиков. Тех побить. Но тоже вряд ли, что это они.
хотя они ледяные. Ну, похоже, что нет, это не то. А нет, один из трех. Ну, отлично. Так, этих может, здесь может наоборот надо так бить, а не магии. Нет, 1-3. Значит, только вот эти вот. С множеством веток. Так, второго нашли. Так, что-то как-то слабенько бьет. Попробую топором. Топором хорошо. Так, у меня хп мало. Надо полечиться. Ну и заодно голод уйдет. Так, ищем последнего для задания третьего. Где-то вот здесь постоянно бегал один. Но уже не бегает. Значит, у них рандомные места. Так, это у нас мясо бегает. Те у нас тоже не годятся. Так, сейчас поищем, найдем. Я думаю, что трое-то должны быть. Ну, то есть нам не нужно нам возвращаться на Дейленд, потом обратно сюда. Иначе будет очень неудобно. Но пока я их как-то не вижу. Здесь нам не переночевать. А, вот все, впереди вижу. Но все-таки отрегенились. До этого там не было. Мы здесь пробегали. Так, все, трех убили. Возвращаемся. Наверное, надо восстановиться. На всякий случай. Ну и, по сути, нам сейчас дадут какое-то ледяное заклинание. Огонь у нас есть, будет лед. И что-то должно открыться дальше. То есть это для чего-то нам потребуется. Не просто же так. Молодец, Арко. Ты можешь гордиться собой. Я готов к следующему тесту. В бою атака не единственная важная вещь. Ты также должен защищать себя и исцелять свои... Я хочу научить тебя готовить зелье, которое поможет противостоять атакам врага и сохранить здоровье. Это очень полезно, когда ситуация осложняется. Вот ингредиенты для зелья защиты. Лед, одуванчик и бутылка. Соберите ингредиенты, чтобы сделать лечебное зелье для Нидеви. Так, одуванчика у нас не было. Как бы и не было и нет. Где их брать? Либо где-то здесь растет, либо можно будет теперь покупать. Так, ладно, тогда возвращаемся. Порядку тогда, наверное. Так,
Так, Ютья, береза. Посадите ангельский желтый на Дейленде, Дейленде. Берите ингредиенты. В принципе, надо возвращаться. Там нам больше делать нечего. Так, сажаем, сажаем. Ёлка, не то, ромашка. Анкерский куст. Сажаем анкерский куст. Так, что мы еще можем посадить? Так, один. Посадили. Похоже, что анкерские ягоды могут расти и на моей земле. Что же за кусты из них вырастут? Смотрим. Так, три метеорита. Так, что-то мы еще могли. Березу можем посадить. На осень. Похоже, что семена прорастают. Вскоре на Дейленде вырастет первая анкерская береза. Даже две. Так, противник. Так, ну заклинаний нам не дали никакого. Да, пока что не дали. Так. Здрасте. Мы еще не сражались. Вроде особо не сложные, корни какие-то дали. Так, паром справимся. Так, семена какие-то получили, новые. Что за семена? Семя одуванчика. Маленькая семечка, превращающаяся в одуванчик. Так, а по заданию нам нужно одуванчик. Понятно. Но, правда, нам дали только один. Так, а сажать я его, так понимаю, просто рядом. Так, где у нас... А, одуванчика и не видно. На грядке все-таки. Нет, не на грядке. Так, хорошо. Как тебя тогда посадить? Превращающийся в одуванчик. Дерево пока растет, пусть растет. Так, ну по идее здесь надо посадить. Так, видимо. Ромашка, яблоня. Яблоня не время, ромашка тоже не время. Так, построить. Построить тоже не то. Так, гость. К нам гости. Там мы заберем. Сил больше нет, нужно отдохнуть и восстановить энергию. Хорошо. Так, купить, что можем найти? Много ткань. Ткань закупим. Серебро есть, золото есть, бутылка пригодится для заклинаний. Так, спирт. Покупаем. Семя елки покупаем. Металл много-много. Масло понадобится. Зелье. Так, зелье невидимости. Зелье, делающее вас невидимым. Кто-то украл мою еду. Действует не так долго, как хотелось бы. Это мы возьмем. Это нет, это у нас есть. Скорее, помогите. Что происходит? Я с планеты Мио. На нее напали. Там осталось много раненых кашкадетей. Кашкадетей. Настоящая катастрофа. И я могу помочь?
Да, они вызывают волшебников и целителей на помощь раненым. Мне нужно, чтобы ты сделал столько зелий, сколько можешь. Вот рецепт и ингредиенты. Скориярка, кашкадите, нуждаются в моей помощи. Лечебное зелье, вы добыли новый рецепт. Сделайте столько зелий, сколько сможете, чтобы исцелить раны жителей Мио. 4. 4 у нас есть. Вот зелья. Спасибо, они будут очень полезны. Я ухожу и надеюсь, что успею вернуться вовремя. Удачи. Удачи. Так, надо поспать. Надо переночевать. Так, тут пока у нас все растет, здесь у нас какие-то плоды будут. А непонятно какие. Так, строить не надо. Посадить. Так, яблони, ромашка. Подходящее время. Ну, пока я не знаю, как одуванчики сажать. Может быть, и на той планете сажаются. Так, рубить? Нет, рубить мы не будем. Ничего рубить мы не будем. Время. Так, что можно сжечь? Серьезно? Получили курочку. Можем сжечь. Можем сжечь цыпленка. Мы получаем, где бы это найти, курица. Наполовину прожаренная курица. Чтобы съесть, нужно дожарить до конца. Понятно. Метеориты. Лишним не будет. Так, ну, в принципе, одуванчики не знаю, как делать. Можно... О, еще какие-то новые. Так, эти семена у нас уже есть. Семена у нас есть. Так, что-то надо посадить. У нас идет зима. Так, ну, морковку, значит. Так, вот у нас опять Буша. Где находится Буша? Это украл еду. Не успеваем мы найти Бошу. Так, что здесь можно купить? Морковка одна. Правильно, с еду крадут. Так, 9. Это побольше будет. Так, рис. У нас появился рис. Крупа — основной ингредиент некоторых блюд. Забираем. Блины пусть тоже будут. Желе побольше будет. И все. Дикие куры. Бр, это может означать только одно. Свежие яйца. В этой вселенной так сложно найти приличные яйца. А у тебя они чуть ли не сами в руки идут. И как мне добыть яйцо? Нужно кормить куриц семенами. Тогда они вырастут большими и жирными. Бр. И в конце концов, чпок, получится яичко. Добудьте яйцо для Брама.
Это заняло некоторое время, но теперь у меня есть свежее яйцо. Бррр, это маленькое чудо, которое так трудно найти. Оно такое замечательное, что я мог бы съесть его с сырым. Да. Так, у меня пока что ничего нет. Я думаю, рецепт какой-то даст. Так, хорошо, вызываем тогда. Он сейчас вряд ли прилетит. Не могу вызвать. Тогда спать идем. Так, здесь у нас что у нас есть? Все изучено. Здесь, в принципе, тоже все изучено. Яичницы у нас нет ни одной. Какая будет одна. Так, остальное у нас все есть. Круассан один. В принципе, пускай будет один. Так, зелье. Лечебное зелье мы можем делать. Ежевика, арбуз, бутылка. Защитное пока не можем. Так, ладно, ложимся спать. Вызвать мун. Видимо, сама прилетит. Потрясти. Так, что нам дали? Один. Кто-то один. Так, здесь этого нету. Анкарская ягода. Дикие ягоды из лесов Анкары. Безумно сладкие. Здоровье 20, еда 20. Есть мы это не будем. Потом пригодится. Так, и здесь сейчас созрело. Так, гость у нас улетел. Теперь, наверное, можно позвать. Насморк замучил. Боша. Так, Бошу мы не найдем опять. А вот Бошу. Я вижу Бошу. Не добежать. Так, вон Боша. Ну, понятно, в общем, от тех, кто прилетает, он от этого бежит к нашему зданию, и потом обратно. Хорошо. Так, нет заданий. Тим. На вторую планету. Так, весна 1.1. Здесь построить мы ничего не можем. Садить тоже мы ничего не можем. О, нет, я не могу в это поверить. Что случилось, Уми? Ты чего такой грустный? Вчера вечером пираты снова напали на меня. Они забрали Лану, мою овцу. Ты заметил что-нибудь, что поможет нам найти их? У них был темный корабль в форме акулы с кучей пушек. Голиаф! Арка, ты должен вернуть овцу в следующий раз, когда увидишь пирата. Да, я знаю, что делать. Найдите овцу Лану, похищенную Голиафом, и верните ее Уми. Так, хорошо. С нами не разговаривает. Так, ну, в общем, покупать их смысла нет. Я уже покупал 10 штук. А у вас уже есть одна. Так, анкарская ягода. Пусть будет больше. В принципе, все. Так, ну, поговорим. С Хаюти. Тому не доверяйте, смысла нету. У меня закончилась овечья шерсть, а я еще не закончила плащ. У меня на Дэнде есть овцы, я могу принести тебе шерсть. Сколько тебе нужно? 2 клубка должно быть достаточно. Шерсть 02, принеси Хьюти 2 клубка шерсти. Так, хорошо. Покупаем 4 баклажана. Так, анкарский желудь. Покупаем, у нас их вообще нету. Так, яйцо покупаем, потому что у нас их забирают иногда. Так, остальное, в принципе, все у нас есть по одной. Даже по 10. Так, ну все, получается, летим обратно.
Надо ждать пирата. Теперь с овцами можно как-то будет дополнительно взаимодействовать. Улетаем. Так, посмотрим, можно ли посадить. Здесь ничего посадить нельзя. Так, может быть так, теперь можно будет посадить. Так, вот у нас есть ромашка. Весна, летом. Ромашка не совсем то, что нам надо. Да, мы это можем спокойно забирать. Очень интересно. Береза. Так, подходящее время для посева. Так, как нам посадить? Семя одуванчика. Превращающийся в одуванчик. Так, одуванчик. Ну что, как-то что-то здесь надо сделать. Лаборатория, может быть. Нет, кухня. Нет, мастерская. Как бы тоже пока нет. Так, молоко кормить, солома. Так, как мне добыть шерсть? Очень неясно. Так, весна. Что можно сажать? Капуста. Не так уж и нужно. Так, помидоры будут расти. Так, ну это, наверное, можно срубить. Плодов здесь нету. А вот здесь плоды есть. Здесь плодов нет. Так, где у нас враг? Семена одуванчика. Как их использовать-то? Пока непонятно. Интеллект, ловкость. Так, ловкость. Будет ловкость. Так, вперед в шахту. В принципе, мы и так сможем. А нет, так мы не сможем. Конечно, в принципе, они уже не так нужны. Их много. Но пусть будут. Может, потом пригодятся. Метеорит. Попробуем еще раз посадить. Но еще раз не получается. Не на этих одуванчиков. Здесь какие-то плоды. Так, и вас как состричь. Непонятно. Так, ускоряем тогда время. Наверное, включаем спидхак на x5, x2, x5.
подождем, пока все это. Так, секунду, успеем гость. То есть отключить по-быстрому. Оператору надо поговорить.